Доброго ранку. Про перемогу наших команд завжди говорити приємно. У нинішньому році зірка вперше після 2003-го грає у еліті українського футболу. Відверто скажемо, початок сезону був не досить вдалий і відбулися кадрові зміни значні як керівництві клубу, так і в гравцях. Взагалі у дедлайн, в останній день трансферного вікна, команда отримала 5 нових гравців і нового спортивного директора. Отже, це Віктор Гаврилович Догадайло, який повернувся до команди після 5 років відсутності. І аргентинський капітан нашої команди Федеріко Перейра і Едгар, перекладач, який буде нам допомагати спілкуватися з нашим капітаном. Перше питання до вас. Останні 3 гри ми здобули 7 очок з 9 можливих. Перемогли Дніпро 1-0, Карпати 1-0 і 0-0 зі Сталлю зіграли. Можна сказати про те, що команда вже розпочала розуміти нового наставника Дар'я Одруді. Ну, этому предшествовала, да, мы дали результат, который не может не порадовать болельщиков, хотя максимально не набрали очков, это тоже немножко расстроило. То, что начинает понимать не только главный тренер, а весь тренерский штаб, потому что я и представитель тренерского штаба в данном случае, и у нас работает еще Хави Эрнандес, тоже, в общем-то, тренер по фитнесу. Да, мы начинаем понимать главного тренера, его требования после определенно проделанной работы. Если вы помните, позорное поражение в Александрии, я думаю, в общем-то, изменило многое в этом клубе. И руководители клуба не стали терпеть такого отношения, такого результата, который был в этом матче, и произошла перезагрузка работы в клубе. То есть был избран уже четко, в общем-то, европейский вектор развития футбольного клуба, мы уже об этом говорили. Это первый момент. И второй, самое главное, что такое европейский вектор развития футбольного клуба? Это, будем говорить, выстраивание определенных взаимоотношений. Это определенный, будем говорить, подход к реализации себя на футбольном поле, как тренировочной работе, так и в играх. И это самое главное, поставленный уже стиль игры, потому что, понятно, мы хотим, чтобы футболисты, я уже говорил на пресс-конференции, контролировали мяч, мы хотим, чтобы в общем-то, все делалось быстро на футбольном поле. Мы хотим агрессивного футбола, чтобы футболисты отдавались от первой до последней минуты. Мы хотим забитых мячей и хотим не пропускать мячи в свои ворота. Это все называется европейским вектором. И в данном случае пошагово к игре мы пытаемся. Многое не получалось, вы это тоже видели. Но спасибо средствам массовой информации, которые в данном случае поддерживают нас. Спасибо болельщикам, которые нас поддерживают. И в этом плане, в общем-то, первый шаг сделан для того, чтобы, в общем-то, двигаться только вперед, развивать футбол и все-таки, знаете, чтобы в общем-то, зірка Кропивницький – это была команда европейского уровня. А если европейского уровня, то успешная на национальном чемпионате. Естественно, в играх европейских, к которым мы будем стремиться. Федеріко, вас обрали капітаном команди. Це стало несподіванкою, звичайно, тому що в нас більшість україномовних гравців, а на іспанській мові, мабуть, ми так думали, багато не накерують гравцями. Але бачимо, що в перших іграх досить таки жваво спілкуються на полі гравці між собою. І те, що команда у 3 матчах останніх в чемпіонаті не пропустила жодного м'яча, мабуть, і заслуга Федеріко. Dicen que han elegido a ti como el capitán y nos ha asombrado a todos porque pensábamos que iba a ser un ucraniano, pero al final fuiste tú y como vemos que en los últimos 3 partidos todos hablan bastante mucho, aunque seas español y han ganado partidos y puede ser que eso puede ser que fue gracias a ti. Bueno, primero que nada agradecido por la elección tanto del presidente como del cuerpo técnico en haberme elegido como capitán y comandar un equipo. И сначала я хочу поблагодарить президента и тренерский штаб, так как они доверили мне эту работу и выбрали меня как капитана. Creo que es una responsabilidad grande la que tengo. Estoy tratando de llevarlo lo mejor posible, de colaborar, de transmitir desde el profesionalismo a mis compañeros a la hora de trabajar, dando el ejemplo de llegar primero, irme último y estar involucrado al 100% en la tarea que hoy me toca. Я думаю, що це дуже велика відповідальність у мене. Я намагаюся показати хороший приклад, тобто приходити раніше всіх, уходити позже остальних і намагаюся передати свою енергетику, свій професіоналізм остальним ребятам в команді. І creo que el único secreto que hay en el fútbol es trabajar. Yo creo que el futbolista se levanta y se acuesta siendo profesional y tiene que trabajar las 24 horas, no solamente cuando tiene puesta la ropa de un club, sino luego también tiene que seguir siendo profesional y ser ejemplo y tratar de crecer día a día y levantarse con ese objetivo de que me levanto y quiero ser mejor cada entrenamiento y en cada partido que me propongo. Я думаю, что ключ к успеху каждого футболиста заключается в работе, что нужно быть профессионалом не только когда на тебе экипировка клуба, а все 24 часа в сутки. То есть нужно работать целый день и пытаться расти и усовершенствоваться изо дня в день.
До речі, вже є якісь слова, які Федеріко вивчив на футбольному полі, з якими він спілкується з нашими гравцями? Y también acaso te quiero preguntar si ya conoces algunas palabras para hablar con los chavales en el campo. Sí, sí, la verdad que el lenguaje futbolístico es universal, solamente cambian las palabras. Me adapté muy rápido al idioma futbolístico en Ucrania. Ya doy indicaciones a mis compañeros Prava, Leva, Pirot, Nazar. На самом деле футбольна термінологія вона універсальна. Я швидко адаптувався і вивчив багато слова, і вже можу как бы общаться з ребятами на полі, даю їм указання вправо, влево, вперед, назад. Una que la que más nos grita Víctor cuando estamos haciendo estandarte es Bisli. Cada vez que rechazamos una pelota, lo primero que nos grita Víctor es que salgamos rápido dentro del área. Вот, например, хороший пример, когда мы тренируемся, Виктор нам даёт команду вышли, когда мы выбиваем мяч, чтобы мы. І, до речі, от питання до вас, як до спортивного директора. Ми отримали вперше такий десант легіонерський у Кропивницькому. І от Кіса Борха, фіналіст Ліги Європи, вже Федеріко Перейра ми говорили, потім Джонатан Моя, Айтор Фернандес. Вони, як вони адаптуються в команді, в нашому місті? Ми знаємо, що зараз дійсно непроста ситуація в країні. І багато легіонерів навіть у Шахтар і Динамо відмовляється їхати. А як вдалося умовити хлопців сюди приїхати? От як вони не боялися сюди їхати? Ну, в первую очередь, роль главного тренера Дарья Дроди, который пригласил ребят, который хорошо знал, взял на себя ответственность. Мы обсудили принципы и моменты. Он просто был уверен, что ребята по игровым качествам подходят к клубу. Именно, если вы обратили внимание, то у нас как раз центральная ось, а везде строится команда от центральной оси. Это центральный защитник, это полузащитник, это нападающий. И будем говорить сейчас и Борха, не Борха, а Айтор в последнем матче тоже, в общем-то, уже сыграл опорником. Кстати, была ситуация, Борха получил травму. Искали, думали, кого поставить в опорную зону. И со Сталью поставили Айтора. Он один из лучших матчей своих сыграл. Хотя дебютировал на этой позиции, будучи, в общем-то, опытным игроком. Поэтому, когда мы, в общем-то, обсудили с ребятами, то удивило то, что у ребят были более выгодные контракты, предложения в других странах. Но они приехали под главного тренера. И самое главное, по те задачи, вот именно наш футбольный клуб, чтобы решать задачи, в общем-то, построения клуба европейского уровня. Опять же, я не хочу громких слов, а хочется пошагово, потому что сейчас же Федерик и сказал, что такое команда европейского уровня. Это надо жить футболом 24 часа в сутки, это надо быть режимчиком, это надо любить футбол, это надо быть, условно, в общем-то, общественным деятелем, потому что много деток приходят на стадион, и ребята все время фотографируются с ними, обменимся сувенирами, даем там мяч футбольный, еще что-то. То есть, понимаете, целый процесс. И, конечно, надо быть профессиональным футболистом, чтобы выходить на футбольное поле и, естественно, в общем-то, доказывать. А мерилом всего это является результат. И давать тот результат, который ждут болельщики. Поэтому в этом плане вот ребята шли на это, они сейчас, в общем-то, поставили четкую задачу проявить себя в украинском чемпионате, но и в любом случае мы прекрасно понимаем, играя в премьер-лиге Украины, они будут востребованы и у нас на Украине, и у себя на родине, за ними следят, за ними мониторят, потому что я знаю, за тем же Моя, в общем-то, руководители Федерации Коста-Рика следят, он игрок национальной сборной, ну и я думаю, что, в общем-то, для наших, в общем-то, партнеров новых, в общем-то, двери не закрыты своих национальных сборных, и я думаю, что Федерико тоже сборная Аргентины позовет свои ряды, и мы будем только рады и горды этому. Як Федерико оцінює свій період адаптації? От наскільки вдалося вже влаштуватися у Кропивницькому? Зрозуміло, що він грає більше в іспанському стилі, більш технічний футбол. У нас такий більш силовий, фізичний. Наскільки от важко переходити, чи можливо легко вдалося перейти на такий новий рівень футболу? A ver, ¿qué tal adaptaste aquí? ¿Cómo valoras tu adaptación en Ucrania? Sabemos que fútbol argentino, el tuyo es más técnico, aquí es más de fuerza. ¿Y qué tal lo ves tu adaptación ahora mismo? Bueno, primero las condiciones que me ofreció el club para mi adaptación en Kirovogrado fue muy fácil. Tener el hotel cerca al estadio creo que es algo muy, muy cómodo para el futbolista, entonces hace que uno se dedique solamente a pensar en entrenar y en mejorar. Я для начала хочу сказати, що мені предоставили дуже хороші условия в клубі. Отель, который находится прямо возле стадиона, получается, и мне очень удобно, я могу полностью себя посвящать футболу. Luego, con respecto a la parte futbolística, es verdad lo que decís, que el fútbol ucraniano es más físico, es más de contacto. El fútbol argentino en su momento fue más de técnica, más de juego más vistoso. Hoy creo que el fútbol mundial ha cambiado y es todo físico. Ya los jugadores se preparan como atletas de élite para correr, para presionar, para hacer un juego muy dinámico. Ya se perdió el futbolista el creativo, el famoso enganche que había como una línea de 4-3 y un enganche.
Я думаю, что то, что вы заметили насчет стиля, вы правы. То есть украинский футбол – это более такой контактный, силовой. И я думаю, что уже атлеты аргентинские уже тоже начинают перестраиваться на этот стиль и как бы уже начинают играть по-новому. Ну, от завтра нашу команду чекає, мабуть, найскладніший поки що поєдинок у сезоні за часів уже тренерства Даріо Друді, вашої присутності в команді. Це гра з чемпіоном України останніх 2 років «Динамо Київ», який зараз грає у Лізі Чемпіонів. От, до речі, в середу «Динамо» вже зіграло з «Бешикташем» 1-1. І зірка готується, знаю, в такому напруженому режимі. Які шанси команди? Тим більше, що ви маєте відношення до динамівської школи, спілкувалися з тренерами, гравцями. Як вважаєте, є у нас шанси з «Динамо»? Ну, я ще більше скажу, я воспитанник школи «Динамо Києва». У мене Вадим Олександрович Соснихин – мій перший тренер. І длительний період я виступав з дубль «Динамо Київська». Ну, будемо говорити так, потім кар'єра сложилась немножко по-другому. Но то, що касається шансів з «Динамо», то, звісно, перед ігрою в будь-якому випадку 50% на 50%. Но мы понимаем, к кому мы едем. Это чемпион страны. Это команда, которая сейчас в чемпионате потеряла очки и права уже на потерю не имеет. Ну, я хорошо знаю Сергея Станиславовича Реброва, потому что в свое время работая в Федерации футбола, заместителем технического директора Федерации футбола, я как раз отвечал за процесс обучения тренеров. И Сергей Станиславович, и Ребров, и Андрей Николаевич Шевченко, и ряд других, в общем-то, наших уже топ-тренеров проходили обучение. Я был руководителем дипломных работ. Поэтому, знаете, я очень рад за успехи Сергея Реброва, потому что тяжело ему было, в общем-то, многие не верили в него, но вот он как раз, знаете, системный подход, плюс он взял хорошего специалиста испанского Рауля Ринчо, который ему многое помогал и, я думаю, сейчас продолжает помогать. То есть мы четко должны понимать, что команда со своим лицом «Динамо Киев», с хорошо поставленной игрой, с тактикой игры, но в любом случае для нас, знаете, если я раньше говорил, каждая игра для нас – это зачет, то в данном случае уже 2 числа, то есть уже завтра нам придется в любом случае сдавать экзамен. Экзамен серьезный, играть на главной арене нашей страны, играть против такой команды, но мы готовы. И, кстати, вот когда говорили, очень хорошо, что пришли у нас вот иностранные футболисты, они амбициозны. Для них это, знаете, очень серьезный раздражитель киевского «Динамо», и они подтягивают и наших ребят, ребята тоже замотивированы. Я думаю, самое главное, психологически быть готовым к этому матчу, не бояться делать то, что мы наиграем на тренировках, и пошагово в каждой игре решать свои задачи. Поэтому мы обещаем болельщикам, мы приложим максимум усилий, чтобы, в общем-то, дать бой команды. Естественно, мы едем за очками, а вот за какими, как уже судьба распорядится. Но мы полностью готовы, провели хороший подготовительный период, полностью изучили нашего соперника. У нас выздоровели все футболисты, почти все в строю, будем говорить. Ну, есть, правда, у нас Леша Чичко получил травму, к сожалению, в общем-то, в игре со Сталью. У нас еще, как бы, ну, по большому счету, остальные все в строю. Поэтому, будем говорить так, с потерей Чичко, конечно, это потери для команды, но в остальном команда готова дать бой чемпиону страны. Естественно, в общем-то, это наше лицо. Не будем говорить громкие слова, лучше выйти и сделать дело, которое ждут от нас болельщики футбола Кропивницкого. Федеріко, а ви знаєте про «Динамо Київ»? Як бренд, як команду? Ви бачили ігри? Conoces a «Динамо Київ» como una marca? ¿Has visto sus partidos? Sí, sí, anoche, de hecho, estuvimos viendo después de la cena el partido de Champions del «Динамо» contra «Бексіта». Sabemos que nos enfrentamos al campeón ucraniano, un equipo muy fuerte, que se armó para jugar Champions League. Creo que el ritmo que imprime el Dinamo dentro del campo va a ser muy alto, entonces tenemos que prepararnos para mañana mentalmente de la mejor manera, estar juntos y tácticamente puede ser un equipo muy ordenado. Да, кстати, я вчера посмотрел матч Лиги чемпионов, как играла «Динамо». Мы знаем, что мы сталкиваемся с чемпионом Украины, с командой, которая играет в Лиге чемпионов, поэтому мы должны очень тщательно подготовиться, как ментально, так и физически. І, до речі, було помітно, коли грав у «Динамо» з «Бешикташем», що перший тайм, коли турки використовували високий пресинг, «Динамо» дуже багато втрачало м'ячі, показник 0 ударів по воротах в першому таймі. У другому, коли турки фізично підсили, «Динамо» грало набагато краще, могли перемогти навіть. Що можна використати з досвіду і з позитивно, скажімо, цього матчу саме зірки? Ну, ви правильно сказали, що, звісно, верхній пресинг проти такої команди – це серйозне оружие. Но, опять же, треба бути готовим, тому що в исполнении «Бешикташа» ми побачили перший тайм, да, домінування повне, в общем-то, і статистика об этом говорила.
А во втором тайме совершенно все поменялось ролями. Уже «Динамо» Киевска начала прессинговать вверху. Хороший подбор был у Гармаша. Гармаш начал исправлять статистику по ударам, по воротам. Вы помните, любой момент он бил, что к концу... Бы еще лучнейший он был трогать. Да, 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 это да. Другой момент, но самое главное уже, как будем говорить, количество было. Я понимаю, что эта установка была главного тренера. Но мы четко понимаем, что у «Динамо», как бы, знаете, есть стиль игры, они хорошо выбегают в ответные атаки. То есть перехватим мяч, быстрые атаки, очень опасно, тем более фланговые игроки, вот такие в лице Цыганкова, молодого футболиста, который вышел в «Динамо», плюс Ярмоленко, это все очень опасно, плюс Мараес находится, в общем-то, в той зоне, куда следуют передачи, это очень и очень опасно. Мы постараемся немножко видоизменить наш состав, мы постараемся, в общем-то, немножко, знаете, головоломку для тренера «Динамо» сделать перед игрой, но это будет тайна, потому что у нас один день остался еще, мы обсудим готовность футболистов, у нас и медицина даст врачебный контроль, кто максимально готов, у нас есть просчеты, мы по биоритмам все боевого состояния футболистов, и поэтому буквально завтра утром, уже накануне игры, мы уже сможем четко, в общем-то, определиться, кто готов дать бой, и в тактике немножко мы постараемся все-таки дать определенные задачи, в общем-то, определенные трудности создать нашему сопернику, а как получится, мы посмотрим. Федеріко, до речі, бачимо зараз у зірці гарний мікроклімат. У середу під час тренування була двостороння гра, спостерігали вболівальники таку цікаву картину, команда заспівала. Ви співали на якій мові? Estamos viendo un buen microclima del equipo. Los aficionados estaban viendo nuestro entrenamiento, que jugábamos uno contra el otro, y al final habéis cantado. ¿En qué idioma cantabas tú aquel día? No, cantaba con los pies, con el cuerpo, porque el que cantaban eran mis compañeros en ucraniano y nosotros tratábamos de acompañar el ritmo de la música con el cuerpo. Мы старались сопровождать ритм песни, танцевали, то есть жестами, то есть как бы пели наши товарищи на родном языке. Поэтому... Creo que es fundamental que haya un buen clima, como decís vos. Me parece que eso hace de que el trabajo salga mejor, de que la unión de grupo se siga afianzando. Eso también lo hacen los resultados. Cuando uno consigue resultados positivos, creo que arranca la semana de mejor manera también. Я думаю, что если будет в команде хороший микроклимат, это очень фундаментально, потому что таким образом мы сподвигаем всех расти и усовершенствоваться. Если начинает один добиваться успехов, он за собой тащит всю команду вверх. До речі, Віктор Гаврилович, а це таке ноу-хау від Дар'ю Друді, спів? Нет, это не только от него, а вообще, когда микроклимат, да, устанавливается, у нас просто, будем говорить так, был кусочек игры, игрового упражнения, и в данном случае мы сказали, что проигравшая команда будет делать. Различные варианты были, ребята говорят, давайте запоем песню, проигравшая команда споет песню. И получилось так, что, в общем-то, проигравшая команда пела песню. Ну, я шутя говорю, Федерико, а когда же на аргентинском мы послушаем песню? Он говорит, а я проигрывать не буду, поэтому я буду только слушать песни. Ну, я думаю, після «Динамо» така статистика, сподіваюся, збережеться для Федеріко і для команди. Скажіть, от ви повернулися до нашого міста через 5 років. Що змінилося в інфраструктурі клубу? Взагалі, от зірка стала іншою? Вы знаете, однозначно, тем более у меня был опыт за эти годы, которые я не был в клубе. Я побывал в команде, в общем-то, Акжипец, как считал, я тренировал эту команду. Я был в Берцах, Заря, Берцы, мы причем выиграли кубок страны и вывели команду в Еврозону. И вот буквально я принял команду в Зугдиде, это чемпионат Грузии, в общем-то, высшая лига. Ну, последовало приглашение Скрипивницкого, ну, плюс работал в федерации, я уже говорил, период, значит, и последовало приглашение, как раз именно в команду здесь. Вы знаете, мне поразило в первую очередь, все делается, мне была возможность сравнить президент клуба и общественность Кропивницкая, все делает для того, чтобы была команда. И в этом плане, и, ну, будем говорить, знаете, в общем-то, футбол это не дешевая игрушка, но все делается, экипируются команды, готовится поле, знаете, содержится уже три команды и футбольная академия. Питание футболистов прекрасно, нас разместили, вот я тоже с Федерико живу в гостинице, прекраснейшие условия, службы все, в общем-то, в клубе, в гостинице, в общем-то, настроены на то, чтобы создавать максимум, в принципе, условий. Доброжелательность журналистов. Мы с вами уже общались. Я говорю, вот сегодня присутствие на вашей программе, это тоже дорогого стоит. Это все те факторы, которые мотивируют на хорошую работу. Ну и плюс, конечно, Украина, это родной дом, и хочется, естественно, в общем-то, побывать дома. Поэтому многое изменилось, и вот хочется построить тот клуб, который все ждут, все болельщики. Но я хотел бы, знаете, немножко, в общем-то, упредить, что не только, что, в общем-то, будет розы на нашем
нашем пути. Шипы обязательно будут. И хотелось бы, знаете, доброжелательность тому, что, в общем-то, не всегда получается игра команды. Есть какие-то определенные факторы, которые не позволяют сразу добиться результата. Тем более, это определенный процесс. И я думаю, когда сказали мы о Лиге Европы, для этого надо пройти какой-то определенный путь, чтобы вот у меня команда Бельцев была, она вышла в Лигу Европы, но она на первом матче с Видеотоном она проиграла и выбыла из Лиги Европы. Все расстроены, разочарованы, не понимали, за год нельзя сделать команду. И сейчас в чемпионате Молдовы они уже будут биться, но с другими тренерами. И поэтому я думаю, что здесь четко понимают, надо создать фундамент, надо создать, в общем-то, знаете, будем говорить, хорошую конкуренцию, надо создать систему отбора футболистов. Точечно, условно, вот приехали иностранные футболисты высокого уровня, но есть футболисты и украинские высокого уровня. А если воспитанники свои высокого уровня, вот создать вот этот баланс команде для того, чтобы, знаете, футбольный клуб был на долгие года, каким он и есть. А это бренд, а это гордость, в общем-то, края. И я думаю, ну, знаете, не хочется опять же этих громких слов, но хочется вот эту скрупулезную каждодневную работу положить на тот результат, который все ожидают от нас. Ну, я думаю, що завтра ті кропивничани, які будуть у столиці, з радістю прийдуть подивляться на футбол. Для тих, хто не знає, зазначу, що завтра о 19:30 «Зірка» грає у Києві зі столичним «Динамо». Це буде дійсно цікавий матч. Хто буде дивитися тут, я думаю, всі побачать трансляцію на каналі 2+2. Ну, сподіваюся, як би ця гра не завершилася, перемога, нічия, ну, чи поразка «Зірки». Головне, щоб наша команда показала якісну гру, як у інших поєдинках своїх. Ну, а ми будемо вболівати і в часи перемог, і в часи поразок. Всього вам найкращого.